Эй, дуба, с вами Хуба-Буба, а сегодня мы продолжаем с вами играть в Bendy and the Dark Revival. Вот. Как вы помните, мы остановились мы, ну, немножко не тут. Мы с вами закончили прошлое видео, сидя на диванчике. Сейчас я дойду до него, подождите. Так. Ну да, точно, это ж паук. Паучара. Вот сидя на этом диванчике, мы и закончили, в принципе, видео. Вот. Последний видос в этом 2022 году, наконец-то он уходит. Вот. Как бы да, сейчас последний раз в этом году попугаемся. И пойдем готовить салатики, нарезать, все делать, шинковать. Праздновать и все дела. Ну, а пока давай ты думаешь, что нам делать. Тут вот есть дырка. Ломай стену. Да ну, не хочет ломать. О. Порыться в мусорке. Почему бы нет? Похаваем из мусорки. Ну а как бы, а почему нет? Все-таки реально. Тут прятаться. Оп, возьмем. Какая-то батареечку нашли. Еще и батареечный кейс. Неплохо это. У нас в инвентаре же все. А, прикольно. Игра что-то пролагивает немного. Ладно. Да, это у нас в инвентаре вот батареечный кейс и батарейка сама. Пон, нам, короче, надо батарейку собрать. Теперь все ясно. Тут. Ну тут есть пончики, которые съесть надо. Оставим их, если что, на потом. Потому что, ну, мало ли, вдруг какая-нибудь шаболда на нас нападет, и нам придется этот, хилиться. А пончики восстанавливают здоровье. Вот. Так. Какая темная игра, если честно. И что-то... Что-то с Фиписом и не так. Она как-то пролагивает иногда. Здорово, Бендик. О! Бабки собираем, бабки. Еще вот инструменты. Конечно же, самое безопасное убежище. Тут нас ни одна монстрища не найдет. Еще одна батареечная эта фигня. Тут у нас еще одна батарейка, какие-то детальки. Хорошо, так. Ну и тут это закрыто. Ну ладно, пошлите там по квесту, вот написано, куда нам надо. У нас же есть ключ, у нас есть ключ, это хорошо. А, нет, у нас нет ключа. А, это ключ. А, ну теперь нету ключа. Прикольно, сломать замок. Чем я должен ломать замок? Где-то что-то открылось. Не, ну круто. Круто. Гиент карт ревайвит. А чё, а как это? Есть крафт какой-нибудь или что? Просто у нас вот есть вот это вот. Ну, все для батарейки, в принципе. У нас каждого по всему есть, кроме там какой-то одной штучки. Ладно, будем ходить и долбиться в каждую дверь. Да, он явно имел плохой день. Так, это хайд. Нам прятаться пока не надо. Надо искать, чем сломать замок. Не, где я должен это искать? У меня такой вопрос. Да, слышу. Привет. Да, я цела. Я думаю, где я, или не знаю. Good. That means you're heading up. Look for anything you can use to break in. Maybe there's a gent pipe nearby. There's something in here. Audrey, find that gent pipe. Now. Какой еще gent pipe? Где я его должен вытрать? Чё? Ты кто? Пошел на!
Прячься куда-нибудь быстрее. Все, тут он меня не найдет. Дебил. Паук. Че? А, ну вон он, какая-то фигня там. Джан Пайт там. Свет надо чинить сначала. Рестор, повар. Ё-моё. Мне вот туда теперь надо. Там, где этот повар был на... Да. ты кто такой? Стелс. Учат нас стелсить. Я в стелсе плох, поэтому этот... Скорее всего, придется бежать тупо. Ну хотя... Всем вопрос да тупо какой-то, ладно. Ты можешь дверь закрыть? Ты закрой дверь лучше. Ой, ты балда, ой, балда. Ладно. Покушаем. И пойдем так. Чё? Фьюз искать. Теперь надо какой-то найти фьюз. Фьюз это персонаж из Rainbow Six. А что мне делать-то? Он нашел какое-то оружие. Психопат. Че там фьюз? Походу дело там фьюз. Ой, это типа выглянуть. Дуралей. Ха-ха. Отстань. Слишком рано встал, мне кажется. Вам так не кажется, что я слишком рано встал? Бля! Ты чё, бежишь за мной реально? Ты чё, бежишь за мной реально? Беги! Стамина кончилась! А! Да тебе не поймать меня, всё. Давай, давай, давай. Куда-нибудь. До свидания. Пошел нахер, дебил. Ой, боже, 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 боже. Бегит, бегит отсюда, давай. Тут он уже не услышит, наверное. Надеюсь. Тут закрыто. Нам что-то лежит хорошее. Ну ладно. Ладно, ладно. Чё? Ты как тут оказался? Ты придурок? Чё тут делаешь? Чё? Было что-то посвечено. Во, ха... я могу в эту бочку спрятаться. Ну давай спрячемся, самое лучшее и надежное укрытие. О, чернильный полностью. Гниль ты. Ты гниль реально, я тебе отвечаю. Беги, беги. Блять, закрыто! А! Блять, туда нельзя. Беги и прячься. Беги и прячься. Беги и прячься. Вот найду я Ген Пайп, вам жопа двоим, я отвечаю. Где он? Он там теперь. Или этот где-то заспанился и там теперь ходит. Да. Он заспанился и тут ходит. Прикол. Я кустик. Я просто кустик. Ты охерел мою пищу хавать? Это моё.
дурак. Давай, давай, давай. Ты давай играть без такой напряженной музыки. Ты же видишь то, что он слепой, как крот. Музыку она тут напряженную дает. Он, думаешь, сможешь меня напугать, а вот... Чё за фигня? А вот фиг тебе. Фигушки. Так, лутаемся. Чё это? А это, по-моему, не свечка. Да, с днем рождения. Это немножко не свечка. Тут закрыто. А, нужен гигант пайп вот этот вот. Здорово, да, да, да. Ай-яй-яй. Ты не угорай тут, давай, я... А-ха-ха. Всё. До свидания. Хопа. Вот и все, вот и все. Да, теперь нужно за джетпайп. Где она? Ты дурак. Не, ну ты дурак. Ты же знаешь, что тут как бы ничего мне не сделаешь. До свидания, все. Балбес, он же знает то, что он не сможет ничего мне сделать, и бежит за мной. Вообще, психопат. Еда всякая и запчасти. Походу, в этой игре нам придется еще и чинить этот джетпайп. Потому что почему мы запчасти тут ищем, это вот вообще другой вопрос. Ладно, ладно. Еще одна батарейка, Джан. Вот он. Сидит тут. Отдыхает. Зависает. Кайфует. Все, забирай, короче, эту фигню и пошли отсюда. Да. Есть, у нас есть кусок трубы есть с надписью Джен. На, на. Все, иди отсюда, балбес. Залутать можно. С них бабки падают, фига. Это чё это за гоп-стоп такой? Иди давай. А чё у вас тут так до хера? Так, мне чё-то немножко не здоровится. А есть где-нибудь этот? Хил, хил есть где-нибудь? Ой, да, мы теперь можем ломать все этим джетпайп. У тебя тут есть хил? Есть немножечко. Так, еще батарейки. Читанина. Тут вообще пусто. Тут у нас. Ага. Ох, он. Да зачем ты по столом-то прячешься? Это ненадежно. На! Туда его. Такого. И тут у нас... Тут у нас... Это, туда, где мы были. Где мы бегали от того самого чернильного, который кушает тут печенюшки. Так, все, захерялись. Можно идти теперь. Под музыку. Капец, вот эти прицел такой здоровый, вот такой круг. Лютый. А этого нельзя сломать. И этого нельзя сломать. Зато этих чернильниц можно ломать. Так, тут мы сломали. Сейчас поищем еще где-нибудь, можно что-нибудь сломать.
Сюда, по-моему, нужно было это что-то. Нет? Не, не сюда. А куда? Там это было тоже написано. Требуется джент. Что-то там. Сейчас поищем, сейчас найдем. Офигеть, я тут сломал эту, а дверь закрыта. Вот тут, может, где-то. Где-то тут. Ну-ка. Вообще дверь закрытая есть. И вот эта еще дверь закрытая. Тут нет нигде прохода. Ой! Этот все, этот превратился уже в гору отходов. Биоотходов. Чернильных. Не знаю, как его называть. Пусть это будет просто чернила. Так, тогда давайте. Нифига себе. Тут ничего не было, я помню. Этот, сходим до кухни. И там поищем. Как тут батарейка лежала. А у нас будет этот флешлайт, фонарик. А то ничего не видно. Как бы этот. Ну да. Вот. Full charge jump pipe. А где я возьму full charge jump pipe? Jump pipe. Это вообще, это как-то. Ладно. Замануха. Ха-ха-ха, давай, бей-бей-бей. Мочи их. А, кстати, двери нету, она тут вот забаррикадирована. Поэтому ни туда, ни отсюда, ни сюда нельзя пройти. Так, ладно, по сюжету идем. Так, короче, можем мы ломать только кирпичные стены, понятно. Что-то открыли. Открыли мы вот это вот. Ой, тут слизи. Я уверен, сейчас будут из нее спавниться. А, ты позарастать решила еще больше ей? Чернилами еще больше наш персонаж обрастает. Наша девушка. Это что, это апгрейд какой-то был? Ну-ка. Это никак не изменилось. Что это был тут за стрёп стоять? Пищалка, Бендик. Если его бить. Ладно. Да ты чё тут мне? А тебя один раз ударит, ты развалишься. Заходи. О, это что у нас за спецспособности появились? The port in car you to command. Use your port to send. А как? Круч. А. Ватна. Все, в ад тупо отправили, типочка. А то чё он тут стоит? У нас теперь этот, спецспособности есть. Мы тут всех будем сейчас. О. Зачем я потратил на эти деньги? Я не проигру, кстати. Игра вроде как нормальная, но мне кажется, надо этот... Сейв гейм сделать. А то мало ли скоро будет какая-нибудь... Жопа. Да, игра крашится. Ну, все может быть, все может быть. Учитывая то, что она какая-то лагучая. Подлагивает, иногда есть призы. В одном хай, в другом серч. Как понять, куда что? Непонятно. Что это? О, обменять. Что-то создали. Какой-то карты, карт.
Ну-ка, вот тут есть эта финюшка, ну-ка. Давайте попробуем. Ага, ну тут, короче, лут, понятно. Лут и этот. Нет больше инструментов у нас. Надо инструментики найти и этот. И все будет хорошо. Find the way to cross the abyss. Понятно, нам надо пройти пустоту. Открывай давай. Кто там это стонет? Хватит стонать! Вон они гуляют. И у них есть оружие. И музыка. Давай. Да это, нападают дурачки, блин. Вот так вот. Вообще, балбесы. На чем не нападает, если у меня есть труба? Психопаты. Психопаты. Ну это ж чернилки, а не этот. Тупые. Чё? Jet battery refill. Батарейка нужна. А чё, у нас нету батарейки или как? У нас вон. Дофига вот этих батарейных паков. Пон, пон, мега пон, короче. Ладно, давайте сходим сюда. Тут у нас еда, эти инструментики и все, в принципе, и читанина. А вот еще монетки, деньги, игровая валюта. Так, что-то открылось. А что открылось? О. Фига. От удара следы остаются. А, ну открылся это студиос. А зачем вы говорите мне тогда, батарейка вам нужна? Я уже хотел искать батарейку, где найти, а вы... А вы мне дверь закрываете сзади. Бендик? Там реальный Бендик? Привет, Бендик. Я надеюсь, ты меня не кокнешь. Привет, приятель. Бенди? Ты чё, пугаешься меня? It's okay. I won't hurt you. Он такой маленький. It's okay. Ты чё наделала? Ты чё наделала? Бендика обидела. Ты Бендика обидела. Ну всё, жопа нам. Жопа. Нам с тобой полная жопень. Ты понимаешь это? Наша это... Аудри. Аудри. Или как тебя там зовут? Нам жопа. Чернильная и не только. Не стучать. Постучим. Что? Search animation Ali for picture? Да, ну серьезно. Мне надо 5 картин найти. Не, ну вы, конечно, прикольно придумали. А Бендик-то куда пропал? Куда он убежал? Бендик. О-о-о. Фига тут поршни.
Так. Картины, картины, картины. Ой, стоп, туда можно провалиться. Я этот... Пока шел на нее, заметил то, что туда можно попасть. Провалиться, но... Не хочется, не хочу так делать. Не ломаются эти вентиляционные шахты. Даже полу нет урона. А вот это ломается. Для читанина. Читанина нам не интересно, нам нужен экшон, геймплей. Куда? Что? Сюда. Вы думаете, меня это... Ладно, вы убедили, я ухожу. До свидания. Прикольно, туда нельзя. Все. Там червоточина. Бендик. Бендик. Не настоящий, фейковый. Голос души. Чернила разговаривают с тобой. Допустим. Это от Бендика? Это от Бендика следы? Не пищит. Я это, да. Чё так пробазаришь, аж стены трясутся. Псих. О, внутри моей головы или где, я не понимаю. Уточка. Уточка. Меморис, а что это за пасмин? Какие меморис? Так, это темный свет, не это. Пайп этот. А, вот и Rubble Duck. И Rubble Duck Steel Dust от Wizard, окей. Мыло. Старое мыло. Короче, понятно. Ничего не понятно. Так, чё тут? Чё ты осматриваешься? Пошли вперед. Бендик! Это ж Бендик, да, должен быть, по сути. Чернильный демон. Не стучи! Псих стучит! Инг демонс. Понятно, короче, от них только прятаться. С ними я не смогу подраться. Глава вторая. Вторая глава. Понятно. А вот и картина первая. Пон. Мегапон. Сдохни, чайки, надо. На. Звуки издает. Как будто реально стучишь. Базарь там у себя. Да, 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 ты чернильный демон, я понял. Какой реал твой? Ты родился отсюда. Ой, отстань, все. Не лень тебя слушать, ты дурак. Злой. Негодяй. Негодяй. Вот и еще одна картинка. Уже потом станет мне по жопе надо, да? Я в этом просто уверен. То, что он станет и по жопе дает мне. Так, пока туда не пойдем, пока давайте. Давайте-ка пойдем туда.
берем монетки и запчасти. Инструменты. Так, а там что-нибудь есть? Это ну ты же не прыгаешь, алё, а стамину тратишь. Разрабы, недоработочка. Вот нажал нечаянно пробел, и все, и у тебя стамины нет. А нахер я сюда девался-то, ходил? Там же нет ничего. А, ну, возможно, туда надо было идти. Ну, ладно. Короче, уже, в принципе, пора идти, делать салаты и всякое такое. Вам я всем желаю Нового года наступающего, который пройдет уже вот через пару часов. Вот, идите тоже нарезайте салаты вместе с семьей, делайте разные штуки со своей семьей, и потом все вместе будете встречать новый 2023 год. А с вами был я, Хубабуба. Всем до встречи в следующем году, в следующей серии. Всем до свидания.